печально тайное объяснение. Какое горькое презрение ваш гордый взгляд изобразил. Чего хочу, с какой целью открою душу вам свою. Какому условию мы веселье, быть может, повод подаю. Случайно вас когда-то встретил, вас искру нежности заметил. Я и поверил не посмел, привычки милой не был воду. Свою постыдную свободу я потерять не захотел. Еще одно у нас случилось, несчастной жертвы лет вам. Ото всего, что сердце любит, тогда я сердце отдала. Чужое для всех ничем не связано. Я думал, вольность и покой, замена счастья. Боже мой, как ошибся, как наказан. Нет, мне нужно видеть вас, повсюду следовать за вас. Улыбка уст, движение глаз, ловить влюбленными глазами. Внимать вам долго, понимать душой все ваше совершенство. Пред вами Бог разбирает, беленеть и гаснуть. Вот блаженство. Я лежу на вас, тащу повсюду на удачу. Мне дорог день, мне дорог час. А я вам напрасно, спрессу и жертву судьбой. Ощутите на иду, и там уж тяга сняли. Я знаю, век уже возле, но что продлило жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь. Боюсь, и на две мои сирены увидит ваш крест на розу. Но те их небесные презренно, и слышит гневный ваш голос. Когда вы знали, как ужасно, томится жажда и любви, пылать и разумом сейчас смирять волнение в крови. Желать обнять у вас колени, взрыта ваших ног, излить мои презрения в крови. Все-все, что вы из вас мог, между тем, противным укладом, вооружать и речь и лицо, вести спокойный разговор, глядеть на вас веселым взглядом. Но так быть, я сам себе противиться не в силу Бога. Все решено, я ваше, и предаюсь моей судьбе. И это был Мамонов Артем, 4-й взвод. Аплодисменты еще раз. А на сцену приглашаю.